То, что город кардинально изменился, видно невооруженным глазом. Масштабная работа позволила улучшить все сферы города. Что важно для курорта, изменился и облик Сочи. Чистые ухоженные улицы, высаженные цветы и всегда зеленые газоны радуют не только гостей, но и местных жителей. На сегодняшний день город стал намного чище, красивее. Стали ухоженные поляны, где можно посидеть спокойно. Теперь много места, где можно провести время, прогуляться, особенно в центре города Сочи, Адлере. Нравится, красиво, ухожено, много нового было в детстве. Сочи действительно стал намного лучше. То, что, например, выделилась центральная улица, которая стала выглядеть намного лучше. Сделали больше пальм, сделали улицу намного красивее. Сам Сочи стал, по сути, лучше, дома реконструировались. Все намного стало лучше, качественнее, красивее. 17 место в мире стоит наш город-курорт Сочи по уровню своему. Я здесь, в этом городе, жил. Я просто по работе получилось так, что уехал в Омск. В данный момент работаю в Омске. И сейчас приехал из Омска, вижу я, что на самом деле очень красиво. Очень много изменилось в нашем городе. Приятно гулять по утрам, по вечерам с детишками. На самом деле очень красиво. Спасибо